А теперь подробнее об этих и других новостях. С 1 декабря в Люберцах, впрочем, как и по всей стране, выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Повышение произошло согласно постановлению правительства Российской Федерации. В администрации Люберец посчитали, рост коммунальных платежей в среднем составит 7%. Если смотреть на примере однокомнатной квартиры, то плата увеличится на 330 рублей. Поддержка малоимущих семей будет осуществляться в прежнем объеме. Следующая индексация цен планируется через полтора года. Для городского округа Люберца по водоснабжению порядка 6,5%. По ряду направлений даже будет снижение в поселках, особенно в поселке Красково. Вот. По электроэнергии рост на 9%, вывоз ТКО на 9%, по газу рост на 8%. Плата за капитальный ремонт с 1 декабря также повысится, составит 14 рублей за квадратный метр.